Приветствую, мои дорогие друзья. Приехал я на родину. Приехал я уже давненько. Уже и на косача поохотились. Погода нынче вообще не радует. Весна нынче капец какая. Ну, 22 апреля пошла иня только у нас в Новосибирской области. А Тартас, вот вы видите, красивый наш. Какой он стоит без воды. Сегодня у нас, так, 28 апреля. Воды нет. Раньше вот здесь за рекой охотничьи угодья. Ветер, ребят, ветер. Все залито было. Воды нет, третий год толком. На косача поохотились, хорошо поохотились. Все вы это увидите. Завтра поедем открываться на утку. На утку открытие у нас 30 апреля без подсадной манной утки. Это в северный район. Смотрите, дымка какая. Ехали везде, все горит. Вся трасса от Новосибирска до Чинов ехал. Все горит абсолютно. Поля. Я вставочку сделаю в ролик. Это будет... Это будет коротенький ролик у нас. Вот. Но, что интересно, утки немного, но в основном, вот тепло сейчас пошло после, то холодно было, на косача охотились. Но тепло пошло, и красноголовик подошел, на лужах сидит. Завтра мы поедем уже пробовать на утку. Ветер дует, слышите? И я вот подул в маночек тут тоже, слегка. Вот так. Эхо за рекой отдается. И крикоши тут пролетели, маханули мимо. Вот такая вот красота, ребят. Я доволен, я приехал на родину, ребятки. Приехал на родину, я прям очень доволен, прям кайфую, снимаю вот, можно сказать, первый ролик, вот приехал с охоты на косача и снимаю первый ролик уже дома, вот так, а завтра уже собираться будем на новые места на утку. Ну, все, что поснимаю, вы увидите, а из всего этого сложу коротенький ролик. Так что, ребят, ну как-то так. Пришел, ребят, на речку, маночком поработал, уточек наманил, нескольких пролетело тут. Так, вам подсъемку делаю перед выездом на утку. А, собрались уже, вы это увидите в основном ролике, что-то в таком коротеньком. Ну и поставил. Вода вообще почти не прибывает. Сегодня похолодало. Вот так меточку поставил, ребят. Посмотрим, насколько прибудет водиться. Поставил в берег, вот смотрите. Покажу вам потом все. После вчерашних 25, сегодня суббота, завтра открытие охоты на утку. Как и говорил уже с чучелами. Сегодня на день 10, сейчас 3 градуса тепла. Но ночью заморозка не было. Посмотрим. Вот, ребят, прошло 3 дня. На открытии охоты был мороз, но вы увидите все это в предыдущих роликах. На утку, на утиный мы с вами уезжали. Палку я ставил вон там, смотрите. Вот там. Извините, маленького, извините за сигарету. Маленько вода прибыла. Ну как маленько? Ну, на метр полтора точно. Нормально. Ну, это не вода. 2 мая. Раньше он туда на тот берег смотришь, там все было в воде, за рекой вот это все там в кустах было затоплено. Не будет воды нынче толком. Вот так вот, как обещал, показал вам. О, ребят, смотрите, брат у меня голову нашел несколько лет назад, а тут клыки выдрал кабанью.
Вот завтра, если на охоту туда пойдем, я вам подсниму, голову сниму. Фото у меня есть, он мне присылал уже. Смотрите, рука у меня не маленькая. Это вот нижний, да, брат? Да. Нижний клык? Нет, это получается верхний. А, верхний? Верхний. А, да, да. Верхний. А еще есть нижний у него там. Ну, ладно. Вот один вам покажу. Так что вот такие вот кабаны у нас редко бывает заходят. Как и обещал вам, ребята, какая башка кабаня. Какие кабаны у нас водятся. Брат у меня уже из него все клыки подоставал. Вот какой год? Последний достал. Последний. А зуб где у тебя? Вот зуб еще один выводился. Зуб. Ага, погоди. Камера сфокусируется. О, вот такая вот башкенция. Как обещал вам вчера. Вчера клык видели, вставочку сделаю. Ну, хрен знает, что он сдох, потому что лопатка вон валяется. А, вон. А вон там дальше еще кости, где я находил. Да? Да. А может он не сдох, может что? Да как, ну тогда бы. Вот еще кость лежит, вон, видишь? Ну, позвонок. Позвонок, позвонки. Ну, хрен знает, то ли сам сдох, то ли он подранок. Подранок был, может быть. Пошел, сдох. Вот такие кабаны у нас редкость. Заходят, но водятся. И красота какая. Там старица у нас. Там утка сидит, шило хвость. Ну, там сходит. Вот, да. Тут целиком его никто не целиком взял. Целиком никто его не взял. Да. Находки в лесу. Ну-ка, брат, покажи, вон туда большую кость. Вон, шерсть какая. Да, шерсть. Ну, да, внешне, конечно. Но. Вон ребра. Ага. Короче, он тут, дать сдох. А может, с больной какой был? Бошку туда, дать, тащили. Животины. Животины, может быть, да. Медведь у нас тут, может, лисы. Рыси, медведи тут есть. Тогда еще у нас водились эти собаки. Собаки, они сейчас есть, куда они делись. Я в том году уже их нет почти. Меньше стало. Меньше, но ушли. Жрать им нечего зимой. Красота весенняя в лесу. Вот он где. О, ребят, пришли с братом. Раньше мы тут охотились всегда. Все заросло. Вот эта трасса, шоссейка была. По ней сейчас так никто не ездит, так охотники с соседней деревни по ней. На мотоцикле на четвертый спокойно в соседнюю деревню шли. Труба лежала, она сейчас лежит. Здесь карасей сейчас ловили. Там, а? Там дальше трассу разбудили. Ты что там не проедешь нигде? Вон болотинки тянутся. Пришли тут, просто идем домой. Уток вообще нету, два саксона слетело и все. Места, конечно, красивые. Дядька осенью раньше вот тут на мотоцикле стоял, прям с мотоцикла на перелете стрелял. А мы вон там, все в камыше, сейчас чисто было раньше, и болота низкие были в болотниках. Стреляли там осенью утку с Антохой, с братом. Красота, лягушки квакают, первый день теплый. Вот такие места благодатные.